Всем привет! Вот пока стоит поводка, решил продолжить развозить перегной, вернее органику. Ну, сразу вожу кучу, как говорил, в ящик, чтобы перепрела на следующий год, чтобы под яблони, там, под гряды подкидать. По поводу лысой резины, по поводу там цепей, вот щетки покрышки не так зарываются. Я думаю, если цепи подцепить, то начнет зарываться в земле. Еще там довольно сырая земля, и ну, это гораздо быстрее, он сядет на мост. Ну, по поводу, Виктор писал там спереди ковш, еще раз скажу, что нет большого хозяйства, чтобы, ну, пользоваться ковшом каждый раз. Мне трактор нужен именно как пропашной. И нужно, чтобы он был более-менее маневренный. Ковш все-таки будет мешать, спереди занимать место, не буду доезжать до забора. В общем, не хочу его делать. Плюс придется все-таки с ковшом туда ПВМ ставить. Во-первых, не из чего. И как я писал Виктору, что лазовский я не хочу, потому что увеличится радиус поворота. Ну а подходящий самому делать, как у Виктора, там пока не из чего. Ну а дальше поживем, увидим. В общем, как говорил в комментариях в прошлом видео, что несколько раз приходится подъезжать, чтобы размешать ее, а потом более-менее целый ковш зацепить. Это получается где-то вот тех три тачки на этом ковше. Да, один из минусов трактора, что медленный задний ход. Но ничего, я уже привык к этому. Был бы реверс, конечно, куда поудобнее бы было и быстрее. Так, небольшая поломочка произошла. Шланг лопнул. Вот видно. Ну, сейчас заменим, масло дольем.
Thank you.